Зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу Легенда 2 шириной 4 длиной под стеклом на бетонном основании вот таком. Пока приехали, разложились, приступаем к монтажу. Каркас теплицы мы поставили, закрепили к основанию, все выровняли, обшили стены стеклом. Сейчас будем готовить крышу. Будет у нас форточный блок на термоприводах в крыше. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 2х4. Идем смотреть. Торец с дверью с одной стороны, глухой торец дальний. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40х40. Покраска примерно порошковым способом. Цвет шоколад. Стоит на бетоне, закреплено с помощью анкеров. Также имеются диагональные усилители, по две штуки на каждую сторону. Форточный блок на термоприводах. Термоприводы на зиму отключены. Напоминалка. Стекло закреплено с помощью профиля системы база крышка. По периметру торца установлен облицовочный уголок, он же прижимной. По низу установлен у нас отлив модный трехгранный. Вот такая вот отличная стеклянная, очень прозрачная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!